І вони його перемогли кров'ю агнця та словом свого засвідчення. І не полюбили життя свого навіть до смерті. Світлі гості на Світлому радіо. У цей момент відеоінтерв'ю доступне на нашому каналі в Ютубі. Вітаємо вас, дорогі наші радіослухачі. Традиційно у цій порі у нас стартує програма «Світлі гості». І по сьогоднішньому ранковому інтерактиву ми зрозуміли, що ця програма для вас цікава. А не буду гаяти час, а представлю нашого гостя. Це пастор церкви «Алілуя» у місті Скадовськ Херсонської області Кухарчук Володимир Миколаєвич. Володимир Миколаєвич, здравствуйте. Добрий день. Ну, во-первых, мы благодарим вам за то, что вы приняли это приглашение. Не могу перестроиться с украинского на русский, потому что знаю, что вы по делах, у вас много всего запланировано, и вы еще и послужите здесь на Светлом радио нашим слушателям, которые, может быть, сейчас как раз задают Богу какие-то вопросы, и Бог сейчас просто использует вас. Спасибо вам за то, что приняли приглашение. Ну и, Владимир Николаевич, расскажите, пожалуйста, по каким делам вы в Киеве? Я прежде всего хочу также вас поблагодарить за то, что вы в своем плотном графике среди огромного объема работы все-таки нашли время для того, чтобы пригласить пастора из периферии. А дел у служителей Божьих, у пастырей, хоть центрального или периферийного уровня, всегда много. Поэтому среди множества вопросов, самый главный, ради которого мы сюда приехали, это то, что у нашей дочери помолвка завтра будет, поэтому предстоит ряд встреч сегодня и завтра, поэтому мы сегодня здесь. И параллельно я получил телефонный звонок от вас, за что благодарен, что приглашаюсь на вашу программу. И мы сегодня встретились, я очень рад быть здесь. Спасибо большое за эти теплые слова, поздравляем вас. Спасибо. Слушайте, вот когда поступило предложение пригласить вас на передачу, я начала в интернете искать фотографии ваши. Ваш сын, он в этом хорошо-хорошо ведом. И нашла я фотографию семейную. Вы знаете, меня она настолько тронула. Вот бывает, смотришь фотографии, папа, мама, вот хорошая семья. Но в этой фотографии было сколько чувств. А знаете, эта фотография говорила о том, что ваши сыновья показывают. Вот смотрите, это наш папа. Это тот, благодаря которому мы есть, те, кто мы есть. А вы знаете, у меня, я вот смотрю на эту фото, я разместила там на нашем сайте, и у меня просто выросло чувство уважения к вам. Знаете, не всегда дети могут гордиться своими родителями. Поэтому мы сегодня обязательно поговорим о воспитании детей. Потому что то, что вы сеяли, имеет сегодня плоды, и слава Богу. Владимир Николаевич, а вы помните свидание с вашей женой первое? Безусловно, помню, хотя это почти 34 года назад. Вот, и так случилось в моей жизни, что невеста, в которую я влюбился, она жила не рядом географически со мной. Она жила за 1000 километров от той области, в которой я родился. Я родился в Ровенской области, она родилась в Днепропетровской области. И вот расстояние между нами было 1000 километров, так что вероятность свиданий как таковых была исключена. Но, тем не менее, сердце, тянущееся к любимому человеку, ищет возможности для того, чтобы встретиться. Поэтому встречи, безусловно, были, но не с такой частотой, как бы хотелось. И как это бывает в жизни тех людей, кто живет недалеко друг от друга. Это произошло впервые в 1977 году, когда я поехал во время своего отпуска к своему другу, переехавшему в Орджоникидзе, Днепропетровскую область. Я впервые встретился с этой девушкой, и у меня возникла мысль, не она ли, которая будет спутником моей жизни. И этот год был годом начала моей молитвы по данному вопросу. И до того, как я сделал предложение, прошло 3 года и 1 месяц молитв.
Три года и один месяц я молился и постился о том, чтобы Господь распорядился в моей ситуации, это тот человек или нет. Я Богу говорил о всех своих желаниях, о всех вкусовых качествах. Я в какой-то, можно сказать, художественной форме в молитве Богу перечислял то, что я хотел бы, что мне нравится. Но моя молитва всегда заканчивалась гефсиманским методом. «Отче, да будет воля Твоя». У меня есть мое желание, но есть Твоя совершенная воля, поэтому я приму то, что Ты скажешь для меня. Да. Знаете, почему я спросила? Потому что если спросить этот вопрос, задать женщине, она все помнит в самых мельчайших подробностях. Мужчины немножко не такие, но общаясь с разными мужчинами, они говорят, что встречу с женщиной забыть еще можно, но встречу с Господом никогда. Вы можете нам еще рассказать о одной встрече, о личной встрече с Господом и Спасителем? Как это было? Может быть, это было предшествием чего-то, каких-то ситуаций в жизни? Или вы родились в семье верующих людей, и они сеяли, а потом в один момент вы искренне приняли самостоятельно Бога? Да, этого никак нельзя забыть. И моя встреча с Иисусом предшествовала моей встрече с моей нынешней женой. И пока вы формулировали свой вопрос, я вспомнил один стих. К этому никак нельзя привыкнуть. Это как ребенка первый шаг. Со слезами в пламенной молитве кается еще одна душа. Мучилась, терпела поражение, а теперь, уставшая от зла, победив земное притяжение, встала и к Спасителю пошла. Это произошло в моей жизни. И я благодарен Богу, что эта встреча все-таки произошла до моей встречи с моей будущей женой. Потому что я уже с Господом без ошибок мог решать эти вопросы. Не потому, что я совершенен, но, по крайней мере, я мог уже меньше ошибок совершить по сравнению с тем количеством, которое я мог бы совершить без Господа. Поэтому память о моей встрече с Иисусом, она пожизненна, этого нельзя забыть. Это была судьбоносная встреча, которая изменила мое сердце навсегда и дала правильную жизненную ориентацию. Безусловно, я родился и воспитывался в семье, где мама была уже евангельской христианкой, активной евангельской христианкой, поэтому она сеяла Слово Божье в моем сердце. Хотя день и год моего покаяния связан с 4 декабря 1976 года. Можно сразу тогда вопрос? Вот вы говорите, что мама была активной христианкой, а если взять современные семьи, может быть, сейчас среди наших слушателей слушает женщина, она верующая, а муж неверующий, и у них маленький ребенок, например, 4 года, и мама пытается что-то сеять в ребенка, а папа этому препятствует. Что вы посоветуете таким людям, что ей делать? Вы знаете, что точнее ответила бы на этот вопрос мама, если бы она была живой. Но, к сожалению, уже нет. Все мы живем, взрослеем, стареем и уходим из жизни. Но предположительно я могу сказать то, что она, во-первых, не сдавалась. Это то, что нужно в первую очередь и всегда. Какие бы обстоятельства ни складывались, не нужно сдаваться. Нужно проявлять такое качество, как мужество и стойкость. Нужно видеть цель и к ней настойчиво стремиться, не махая руками, не пенясь, крича, но просто иметь внутреннюю убежденность и целеустремленность. И есть Бог, который контролирует все обстоятельства. Кому мы можем посылать наши сердечные желания через молитвы, и Он всегда слышит и планирует ответы, которые принесут намного больше того, чем мы мечтаем получить в наших молитвах. Тобто, дорогі радіослухачі, можливо, у когось така ситуація, не здавайтеся. Будь мужествен і целеустремлен, настойчив. Так. Спасибо. І давайте ще вернемося вот к такому вопросу. Как родители могут помочь своим детям в знакомстве с Богом? Вот бывают же семьи, где все верующие, детки с самого рождения находятся в церкви, в детских служениях, но потом в 14-15 лет проходит какой-то переломный момент, ребенок разворачивается в церкви неинтересно и идет в мир. Мы понимаем, что за ребенка папа-мама не покаятся, ну, как бы единственное, что можно молиться, а что вы еще порекомендуете? Может, есть еще что-то?
Вы знаете, я хотел бы еще раз повторить это слово «молитва», потому что молитвой должно начинаться все, молитвой должно сопровождаться, и молитвой должно завершаться. Почему Библия говорит о том, что много может усиленная молитва праведного? Не чуть-чуть, не 50, а много может. Я считаю, что большинство трудностей может решиться за счет молитвы. Но, безусловно, есть второй сильный аргумент, я бы сказал, даже это оружие, которое Бог определил для влияния на человеческую судьбу. Это Его Слово. Когда мы с вами начинаем читать Библию, то мы весьма внушительные фразы там читаем. «Вначале Бог сотворил небо и землю, земля же была безвидна и пуста, тьма над бездной, и Дух Божий носился над водою». Дух Божий подготавливал процесс до того момента, когда прозвучало творческое слово. Поэтому я верю, что в этом направлении влияние происходило на мою жизнь. До того, как начало сеяться Божье слово в моем разуме, в мое сердце, мама молилась, и Дух Святой высиживал, подготавливал мое сердечное состояние. И потом Слово Божье имело свой результат. Я вижу, что Соломон, который анализировал человеческую жизнь мудро, он получил от Бога этот дар, он сказал, что «наставь юношу в начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состареет». Поэтому молитва совместно со Словом Божьим, которое селось, родили в моем сердце веру, веру в единого и истинного Бога, веру в истинность Его Слова. В личное переживание под названием «рождение свыше» я стал Сыном Божьим, имею личное взаимоотношение с Ним и иду по жизни в соответствии с той программой, с теми планами, которые Он имеет относительно меня. Угу. То есть можно родителям также сказать, что, дорогие родители, то, что ваши дети ходят в церковь, это еще не означает, что все, это ваша задача на этом закончилась, что ребенок автоматически уже будет иметь отношения с Богом. То есть родители должны продолжать молиться. Да, хорошо. А теперь вопрос к вам как к пастору. Вот, допустим, мы с вами встретились не в студии Светлого Радио, а где-нибудь, и я, например, узнала, что вы человек Божий, и вот я еще неверующая, допустим, да, задаю вам вопрос: а что это у вас такое? Вот что такое вот эта Библия? Как вы мне объясните, что это такое? Вот как бы, знаете, чтобы меня это просто на повал свалило. Может, это будет упрощенно, и не знаю, свалю ли я вас на повал. Но, тем не менее, я думаю, что мы сталкиваемся ежедневно, встречаемся с таким обычным, привычным словом, как инструкция. Покупая пароварку, нас призывает производитель открыть инструкцию, прочитать, прежде чем пользоваться ею. Стиральная машина, микроволновая печь, компьютер. Есть инструкция. С инструкцией нужно начинать. Далее они просят, чтобы инструкции держать в доступном месте, чтобы периодически вспоминать, напоминать себе, чтобы не допускать ошибки в нажатии нужных кнопок. Поэтому Библию, используя современную терминологию, я называю инструкцией, божественной инструкцией для жизни человека. Чтобы в нужное время можно было нажимать правильные кнопки, чтобы с нужной скоростью можно было двигаться в правильном направлении, тогда не будет ошибок. Но если мы игнорируем инструкцию того или иного агрегата, который покупаем, то рано или поздно может произойти какой-то сбой. Мы даже по причине нашей забывчивости, даже механически можем нажать не на ту кнопку, и произойдет поломка. Вот поэтому Библию тоже нужно держать на поверхности, в доступном месте, читая ее, понимая то, что это Божье Слово, не просто человеческая инструкция, это инструкция того, кто создал человека. Он наш Создатель, поэтому никто лучше не может нас проинструктировать, кроме Него. Пастор Владимир, вот я открыла Библию и нашла какой-то стих. Вот, например, «ни в чем не будешь иметь недостатка». Скажите, пожалуйста, вот как правильно подбирать стихи, на которых я потом буду стоять, веря в проломе до конца с мужеством, чтобы они стали живыми в моей жизни, чтобы этот стих стал, ну, чем-то, что можно пощупать. Вот любой стих можно вырвать, или здесь есть какой-то подход и какой-то метод? Дело в том, что мы не имеем права вырывать из контекста, текст, и придавать ему свое собственное толкование.
Книга Библия – это целостная книга, это божественная книга, автором которой есть Бог, через Духа Святого написалась, и только Дух Святой может принести откровение истинного и ее понимание. Поэтому вырывать текст из контекста я не советую, это будет неправильно. Но я думаю, что можно предложить такую практику. Я в какой-то степени уже знаю Бога. Не хочу сказать, что я знаю Его полностью. Бог – это совершенная личность, и мы всю вечность будем ее познавать. Но кое-что я знаю о Боге. Знаю, что Он очень сильно любит всех людей, в частности, меня. Знаю, что Он праведный Бог, и Он подарил мне праведность в Иисусе Христе. Он святой, и в Иисусе Христе я тоже святой, но Бог не поступается со своими вечными принципами. Бога всегда интересует правильное сердце человека. Вообще интересует сердце, но привлекает правильное сердце. И последняя глава книги пророка Исаия говорит нам о том, что Бог выражает свое желание, свою симпатию к определенной категории людей. «Вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного духом, и трепещущего перед словом моим». Я это понял в ранние годы моей жизни, в ранней молодости, и принял для себя как правило быть смиренным перед Богом, потому что гордым противится, а смиренным дает благодать. В чем мы нуждаемся больше всего, как не в благодати, которой мы будем способны на все. Поэтому смиренный дух, сокрушенный дух. У Иисуса было сокрушенное сердце, когда Он жил среди людей. Видя толпы народа, Он жалился над ними, что они были издурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. И иметь Божий страх, который будет сохранять от всякого зла. «Страх Господень чист, — говорит Давид, — кто имеет его, тот будет доволен, и зло не постигнет его». И Давид, и Соломон много об этом говорят. Спасибо вам за этот ответ. Спасибо. Я думаю, что наши слушатели сейчас получают благословение от того, какой сегодня у нас гость. Мы прервемся на небольшую музыкальную паузу. На землі існує безліч справ, і життя нам відкриває тисячі доріг, та лиш та дорога, що нам тато змалку дав, нам і світло й оберіг. Нам казкові мрії світ відкрив, манить нас країнами за 3-9 земель, але пісня та, що ще в дитинстві тато вчив, найдорожча з усіх див. Татову молитву, татові слова будем пам'ятати, поки нам душа жива. Татова усмішка чи серйозне слово нам в житті допомагає не зійти з дороги. Кожен з нас з роками зрозумів, що батьківське слово важливіше тисяч слів, бо лиш тато щирим серцем вчить своїх синів, кожен, щоб пройти зумів. І бува, не відчували ніг, шлях нелегкий і тернистий проходили ми, і лише переступивши батьківський поріг, стаємо знов дітьми. Татову молитву, татові слова будем пам'ятати, поки нам душа жива. Татова усмішка чи серйозне слово нам в житті допомагає не зійти з дороги. Ми не вибрали земних батьків, їх Господь створив для нас такими, які є.
і святому слові шанувати заповів, поки їхнє серце б'є. Татову молитву, татові слова будем пам'ятати, поки нам душа жива. Татова усмішка чи серйозне слово нам в житті допомагає не зійти з дороги. І вони його перемогли кров'ю агнця та словом свого засвідчення. І не полюбили життя свого навіть до смерті. Світлі гості на Світлому радіо. Ми повертаємося до нашої студії. І хто до нас щойно приєднався, скажу, хто у нас у гостях. Пастор церкви «Алілуя» у місті Скадовську Херсонської області Кухарчук Владимир Николаевич. Возвращаємося. Правда, чудесна пісня? Да. Да? А я мыслями возвращаясь опять же к этой фотографии, которую разместил ваш сын Руслан. И расскажу, что он там написал. Он говорит, что приехали к родителям домой, папа худой, оказывается, папа в 40-дневном посте. И говорит, пока мы пошли чистить холодильник, папа пошел в комнату молиться. И это большое благословение иметь такого отца и таких родителей. Особенно тяжело тем, кто вырос без таких родителей. Это большое благословение. Большое вам спасибо, что вы являетесь таким отцом. Скажите, пожалуйста, воспитание детей. Давайте вы нам скажете, что молодым родителям, у которых маленькие дети, что самое важное вкладывать в детей, чтобы, может быть, увидеть в своей жизни такой же плод, который видят сейчас люди, которые вас окружают. Что самое главное и что нам не упустить? Вы знаете, что я хотел бы сказать, что не отношусь к категории совершенных отцов. Я хотел бы им быть, эта мечта остается, но критический анализ себя самого меня приводит к такой мысли, к таким словам, что я не считаю себя совершенным отцом, хотя хотел и хочу им быть. Но я делаю все для того, чтобы достичь этого уровня. Я ставлю для себя всегда высокие планки и стремлюсь к ним, хотя не всегда получается. Я понимаю то, что у Бога на небесах все началось с любви. Оно сопровождается любовью, и я думаю, что любовь – это будет вечная атмосфера неба. Причиной прихода Иисуса Христа в этот мир – любовь. Причина спасения грешников – любовь. Причина духовного взросления, охраны, защиты, обеспечения, жизненной ориентации – это любовь. Поэтому я думаю, что родителям нужно любить, ведь брак, то начинается с любви. Правда так? Семья тоже должна начинаться с людьми. Семья – это по своему жизненному направлению является таким опытом, который чуточку смещен от брака. Хотя в христианстве, я думаю, и вообще в общечеловеческом масштабе брак и семья как-то смешиваются понятия. Но если бы брака не было, не было бы семьи. Семья начинается с брака. А брак – это добровольный совет между двумя, не между тремя, четырьмя, а между двумя. Брак – это инициатива Бога, это не изобретение человеческой цивилизации, это инициатива и идея Бога, и в состав брака входит две личности, и не какие попало, а мужчина и женщина. Нету другого стандарта. То, что мы сегодня встречаем, то, что видим, то, что слышим, та практика, с которой сталкиваемся, это уже аномалия. Угу. Понятие брака становится каким-то чудовищным, но есть идеальное понимание брака. Это один парень плюс одна девушка навсегда. Один мужчина плюс одна женщина навсегда. У них ведь начались отношения с любви и должны сопровождаться любовью, поддерживаться любовью на протяжении всей жизни, и только Бог знает, сколько двоим суждено жить вместе. Я верю в то, что атмосфера семьи должна быть любвеобильной. Любовь должна быть всегда. Поэтому первоначально все начинается с любви супругов, потом
начинается новая практика любви родителей к ребенку. И ребенок в такое положение помещается Богом, где ему нужно много любви. В этом процессе его формирования и воспитания. Но я думаю, что одной любви недостаточно. Есть еще такое слово, не совсем приятное, но оно практичное и жизненно необходимое – это дисциплина. Я верю в то, что соединив эти две силы вместе, во-первых, любовь, во-вторых, дисциплина, мы можем сформировать такого ребенка, который принесет радость для родителей и великую славу для Бога. Я старался это делать. Как это у меня получилось, пусть оценят дети. Спросите у них об этом. То есть любому маленькому человечку, пришедшему в эту жизнь, нужна любовь и истина. То есть любовь и истина – это можно, это нельзя. Это будет хорошо, тебе будет хорошо от этого. Это может за собой какие-то последствия иметь. Хорошо, спасибо за этот ответ. А как вашу супругу зовут? Алла. Алла, вам привет от Светлого радио. Скажите, пожалуйста, а вы, сколько вы вместе лет? 33 года полных, но в июле месяце в этом году будет 34 года. Вот вы как-то подогреваете ваши отношения? Что-то делаете, какие-то шаги? Или вот поженились, да и все, и Бог дает любовь, и вы сами не прикладываете к этому никаких усилий? Я думаю, что, наверное, так в сказке можно прочитать. Жизнь есть жизнь, и кто-то мудро, правильно, точно заметил, жизнь прожить не поле перейти, жизнь прожить не реку переплыть, жизнь прожить уметь прощать, любить, радости и горести делить. Все нуждается в поддержке, все абсолютно. Единственной самодостаточной личностью есть Бог и его совершенное царство. Все остальное нуждается во взаимности, во взаимной поддержке, во взаимном утешении, во взаимном вдохновении. Взаимность – это качество, которое необходимо каждому человеку. Поэтому я старался и стараюсь, но опять же, думаю, что более точно может ответить на этот вопрос жена. А так, безусловно, стараюсь. Но если спросите, чем, каким образом… Вот спрошу, практически. Практически. В этом году ей исполнилось 55 лет, хотя, возможно, неприлично было бы сказать во всеуслышание в эфире. Может, Бог ей закроет уши, она об этой дате. Но почему я именно об этом говорю? Я на 50-ю годовщину сделал один видеоролик поздравительный, получасовая программа, с учетом того, чтобы показать по районному и областному телевидению, чтобы это было рассчитано не только в качестве подарка для нее на всю жизнь, но чтобы это было рассчитано также на нехристианскую аудиторию, на общество. Это было 5 лет назад. В этом году я повторил свой опыт, но только, безусловно, другой проект, уже 20-минутный проект, но тоже был рассчитан для поздравления по Скадовскому районному и по областному телевидению. И стараюсь делать все, на что способен. Безусловно, хотелось бы каждый день дарить цветы, но не такие дорогие. Через день, возможно, или раз в неделю шоколадку дается дарить. Я думаю, что лучше всего это отношение. Это я, это слова, это поведение. Есть вещи, которые приукрашивают отношения, но нельзя вещами заменить отношения. Поэтому отношения, во-первых, а потом и вещи, приятные вещи будут приемлемы и радовать человека. Дорогі наші радіослухачі, навіть якщо вам 60 років, прикладайте, будь ласка, зусилля на те, щоб підтримати у хорошому стані, у відмінному стані відносини із коханими людьми. Пастор Владимир, а давайте ви нам немного розкажете о вашій церкві. Церква з названням «Алілуя», а в городі Скадовське. Розкажіть, вы начинали эту церковь? Да. Да? То есть с небольшого количества людей все началось? Из нуля. С нуля. Может, потом началась домашняя группа? Как это было? Это был 1992 год. Церковь стартовала 25 июля 1992 года. В этот день, это был субботний день, мы провели два евангелизационные собрания, на которых покаялось приблизительно 150 человек. И такая была радость,
Но когда мы, назначив служение на следующий день, в воскресенье, пришли, там было в несколько раз меньше. Было всего лишь несколько человек из тех 150. Так это замечательно. Я думала, вы сейчас скажете, никто не пришел. Даже несколько пришло. Хорошо. Ну, слава Богу, за этих несколько, которые пришли. И, по сути дела, мы регулярно с 26 июля 1992 года до сегодняшнего дня в том же районном дворце культуры проводим богослужения. Мы не имеем своего собственного здания, мы арендуем помещение, и благодарны Богу, и благодарны администрации районного дворца культуры имени Шевченко за то, что они лояльны и открыты к нам. И мы имеем хорошие отношения и хорошее сотрудничество. Поэтому мы проводим два богослужения регулярно с этой даты, которую я уже называл, с 26 июля, два раза в неделю. Воскресное богослужение сейчас в Большом зале, потому что аудитория слушателей гораздо больше, чем малый зал. А в среду проводим молитвенное собрание. Пастор Владимир, а что нужно? Каких надо людей? Вот у вас там с пару человек все началось. Чтобы вот эта вся машина поехала. Это ж, ну, там, пускай было 5-10 человек. Потом же постепенно необходимо организовывать какие-то служения, там, детское служение, прославление и так дальше. Какие вот это должны быть люди? Какие у них должны быть сердца? Если одним словом ответить на этот вопрос, то верные. Безусловно, другие качества тоже нужны людям, которые сотрудничают с тобою. Но если говорить о базовом качестве, то это верные люди. Нужны способные певцы, музыканты, нужны понятливые, смышленые. Все это нужно. Но есть экстремальные обстоятельства, где ничего не срабатывает, кроме верности. Поэтому я считаю, что базовым качеством во взаимоотношениях, в работе, в достижении каких-то целей – это верность. Я говорю сейчас уже исходя из опыта. Я знаю, что об этом говорит Библия, но опыт 23-летнего служения доказывает мне, что самые надежные люди – это верные, с которыми можно пройти все. Пастор Владимир, может, сейчас у меня будет просто глупый вопрос, который испортит программу, но а были ли у вас разочарования? Вот что я имею в виду? Вот приходило ли, может быть, какие-то мысли вот в плане «Люди хотят хлеба и шоу, и мало сердец на самом деле любящих Господа». То есть пришли, мы посидели и ушли. Были ли вот такие разочарования? И вот если, допустим, нас сейчас слушает какой-то пастор, который сейчас это переживает, вот все сам делает, и заводит всех, заводит, а люди и не очень-то и стараются. Я хочу сказать, что благодарю Бога за всех людей, с которыми мне пришлось пройти на протяжении этих многих лет. 23 года – это немало. Еще 2 года и будет четверть столетия. Вот. И все это практика, практика жизни. Это проповедь, каждое служение. Это молитва. Я не знаю, не посчитывал, сколько я проповедей сказал за это время. Безусловно, что были перерывы. Вот сегодня я в Киеве, завтра буду не у себя на собрании. Проповедует один пастор из Каланчака, пастор Виктор Ващишин. Безусловно, что были моменты по каким-то причинам, когда я отсутствовал, тогда проповедовал другие. Но много было проповедей сказано, и они сказаны из Божьего сердца. Господь сейчас слышит, что я говорю, но я всегда старался проводить время с Господом, чтобы Он дал пищу и использовал меня как свой сосуд в чести. Я понимал то, что если мне даст Бог, то мне будет чем кормить, но если Бог не даст, тогда мне нечего сказать, ведь церковь – это не моя собственность, а собственность Бога. Поэтому у Бога есть программа для них, у Бога есть пища и питье для них, и я хотел быть просто добросовестным передатчиком того, что Он мне давал. Поэтому слава Богу за вот этих хороших, надежных людей, с которыми мы работали. Но тем не менее, я думаю, что очень важно вот в таких ситуациях, когда действительно что-то не срастается, опять же, не сдаваться. Эмоциональное переживание может быть самым различным и самым негативным. Я впервые через 1,5 года после начатого пасторского служения испытал усталость. Усталость физическую, усталость душевную, эмоциональную.
И у меня чуть ли руки не опускались, думая, наверное, мне надо отойти, потому что очень тяжело. Бытовые условия были очень, ну, бедненькими. Мы ведь переехали в 89-м году, а в 92-м году начало церкви. В 89-м году родилась Ангелина. Трое детей, 17,5 квадратных метров жилплощадь. Очень тяжело. И тем не менее, Господь говорил «нет». И рядом надежный помощник – это жена, моя жена Алла, которая была и остается самым надежным помощником, человеческим помощником и поддержкой. И, безусловно, Господу я говорил: «Господь, может, ты уже хочешь, ты, меня призвавший к пасторскому служению, хочешь уже как-то сделать остановку или, возможно, перевести в какую-то другую сферу деятельности». И всегда утешительным словом от него для меня были слова песни из традиционного сборника «Люблю, Господь, твой дом». Как только у меня появилась мысль, может быть, в это тяжелое время я уже не способен с чем-то справиться, может, Господь кого-то другого готовит на мое место, Дух Святой поднимал из глубины моей памяти песню «Люблю, Господь, твой дом». «Чертог любви твоей, люблю я церковь из людей, искупленных тобой». И там есть очень сильные слова, которые касаются утешения, поддержки, надежды на то, что однажды на небесах. Вот, все будет расставлено на свои места, и мы будем с благодарностью вспоминать прошлое нашей жизни, что Бог нас через него провел. Поэтому я хотел бы все-таки сказать слова поддержки моим коллегам-пастырям. Я понимаю судьбу пастыря. Я не просто сочувствую, я понимаю судьбу и хочу сказать, что есть Господь, в руках которого находится жизнь вообще каждого человека. И если сейчас говорим мы о пасторах, то каждый служитель находится в руке Господа. Вот в таких тяжелые моменты своей жизни я вспоминаю иллюстрацию из книги Откровения, из первой главы, где нам показано, как Иисус, первосвященник, находящийся в царской одежде, ходит между семью золотыми светильниками, которые символизировали тогда семь церквей Асии. Вот. И еще была показана одна иллюстрация, это записано в первой главе, что семь звезд находилась в руках Иисуса. Семь звезд – это семь суть служителей этих семи церквей. Поэтому, какие бы трудные обстоятельства ни переживали мои коллеги-пастыри, хочу сказать, что вы в руках Господа. Во-первых, вы звезда, пусть это будет комплиментом от Господа. Это не человеческое изобретение, это библейский комментарий. Все звезды в руках Господа, поэтому из рук Господа вас никто не похитит. Хотя очень важно тестировать себя перед Богом всегда, каждому человеку, и в частности служителям, потому что они в первую очередь должны себя сверять с Божьим стандартом. Ведь Павел писал в послании к Тимофею: «Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя». Я просто не первый раз вот это слышу, когда пастор говорит, что дослужился до такого, что чуть в больницу не попал. Понимаешь, настолько это все, ну, не понимаешь, потому что я за кафедрой никогда не стояла, не понимаешь, а вы тот, кто это понимает. Когда человек говорит, что чуть в больницу не попал из-за служения, потому что и ответственность, и разные служения, там кто-то не помирился, там кто-то еще что-то. Ну, дай Бог всем мудрости и сил. Расскажите нам еще о служениях. Я знаю, что у вас есть и уличное служение. Расскажите вы. Я думаю, что церковь, не имеющая видения, не имеет перспективы. Но церковь, имеющая видение, она будет иметь перспективу. Она будет знать, куда стремиться и достигать эти цели. В 1997 году, в первой половине, Господь дал важное слово, которое потом подтвердил словом Писания, и мы это сделали по воле Божьей, в этом у меня нету никакого сомнения, основанием видения под названием «Херсонская степь». Поэтому первым видением, которое мы начали достигать, это видение «Херсонская степь». Начали мы его осуществлять в декабре 2000 года. Это в канун 2000-летия Рождества Христова. Мы запланировали поздравить всех жителей Скадовского района с 2000-летием Рождества Христова.
Но Бог дал нам мудрости сделать это правильным путем. Мы сначала узнали, где находятся сельские советы, поэтому для глав сельских советов мы подготовили подарки. Настольная Библия для каждого председателя сельского совета, фильм «Иисус по Евангелию Луки» и журнал «Книга жизни». Это интерпретация четырех Евангелий. Mm-hmm. Вот, такой комплект мы подарили каждому председателю сельского совета. А в каждом сельском совете по несколько сел. Вот, сначала мы их поздравили, сказали о наших планах и попросили у них разрешения и благословения. Вот, Бог дал нам такой мудрости. Все они с радостью приняли наше поздравление, приняли наши подарки и благословили нас, чтобы мы поздравили всех жителей Скадовского района с 2000-летием Рождества Христова. Это было в декабре 2000 года. Этот процесс поздравления длился несколько месяцев, потому что в Скадовском районе на то время где-то жило 56 тысяч человек. Mm-hmm. Нужно было заехать в каждый двор, чтобы вручить эти журналы. Но, тем не менее, разъехавшись по всем селам, домашние группы осуществили этот проект, мы поздравили. И с этого года мы начали миссионерскую работу в Скадовском районе. Была достаточно большая команда, и мы одновременно могли охватить 25 сел. Хотя в Скадовском районе 42 села, но на стабильном уровне еженедельно мы могли работать на то время в 25 селах. Понятно, с годами количество людей, работающих в миссионерском отделе, уменьшилось, следовательно, и объем работы уменьшился. И на сегодняшний день где-то приблизительно 15-16 сел стабильной ежедневной работы. Но и здесь существуют перебои, потому что экономическое состояние Украины невысокое. Поездка в села требует бензина. Пожертвования уменьшились в связи с тем, что экономическое состояние людей невысокое. Поэтому частота поездок сейчас не столь высока. Хотя периодичность, вот один раз в месяц, в два месяца, мы все-таки продолжаем ездить для того, чтобы поддерживать и посещать. Это то, что касается видения «Херсонская степь». Mm-hmm. Второе видение – это видение под названием «Защита Украины». Бог дал нам слово в 2003 году. Это было за полтора года до помаранчевой революции. Никто тогда ничего не подозревал. Но однажды у меня было очень близкое общение с Богом, и я рискнул задать Богу вопрос. Мне казалось, что я испытываю такое чувство, такое переживание, как Иоанн, что я нахожусь у груди Иисуса, и мое ухо слышит стук его отцовского сердца. И я задал вопрос Богу: «Господь, скажи, пожалуйста». Это был рискованный вопрос, но какую-то смелость я получил, такую любвеобильную смелость. «Господь, чем обеспокоено твое сердце?» И когда я задал этот вопрос, я сам как-то немножко так напрягся. Думаю, правильно ли я поступил, что Богу, Творцу Вселенной, задал такой вопрос? И вы знаете, что незамедлительно Бог ответил: «Мое сердце обеспокоено Украиной». Во мне как будто что-то опустилось. Как? Сердце Бога обеспокоено Украиной, христианской страной, где христианство более тысячи лет, сердце Бога обеспокоено Украиной. И Бог мне сказал: состояние Украины, духовно-нравственное состояние Украины такое же, как было в Иерусалиме в годы пророчествования пророка Иезекииля. Бог мне сказал: прочитай 22 главу книги пророка Иезекииля. И когда я прочитал, я понял, как Бог характеризует духовно-нравственное состояние Украины и украинцев. И когда дело дошло до 30 стиха этой главы, Бог сказал мне: «Я ищу человека, который мог бы построить стену и стал бы передо мною в проломе за эту землю, чтобы я не погубил ее». И вы знаете, что сердце мое вот приняло этот вызов Божий, но я Богу сделал определенное перечисление, недостающее в моей жизни, в моем характере. Я сказал: «Господь, я не политик, я не экономист, я не общественный деятель широкого масштаба, но если я что-то могу сделать для изменения к лучшему, то я готов принять это слово,
строить стену и стоять перед тобой в проломе за эту землю, чтобы ты не погубил ее. Бог трижды мне говорил это слово. Три среды подряд. И три раза об этом я проповедовал. И это стало с того момента вторым видением нашей церкви. Мы молимся и постимся с 2003 года до сегодняшнего дня. И еще одно видение, которое я называю глобальным молитвенным видением. Мы молимся за страны окна 1040. Потому что в 99 году Бог обратился ко мне, как ни странно. Бог обратился ко мне с таким словом, которое является пророческим словом относительно Иисуса Христа. 8 стих 2 главы книги Псалты – это пророческое слово о Его Сыне Иисусе Христе. И я знал об этом. И Бог использует это слово, обращается ко мне. «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Я отнекивался, Господь, ведь это слово о Твоем Сыне, это пророчество о Твоем Сыне, причем я. Но Дух Святой настойчиво, убедительно говорил, и спустя несколько месяцев я дал добро. И когда я спросил, Господь, за какие же народы и страны я должен молиться, Господь говорит о странах окна 1040. Я получаю письмо, и тогда был организован молитвенный месячник миссии «Эммануил» в октябре месяце за страны окна 1040. Но когда этот месячник подходил к концу, я слышал, как Дух Святой мне говорил, что это видение ваше навсегда. И с того момента мы приняли это слово и сделали это слово нашим третьим видением под названием «Глобальное молитвенное видение за страны окна 1040». Вот вокруг этих трех видений вращается деятельность по местной церкви. Отлично! Слава Богу! Вот я даже записала, и книгу, которую прочту, тоже записала. И хотелось бы продолжать общение с вами, но, к сожалению, время убежало почему-то и куда-то. Поэтому я хочу попросить вас, пожелайте что-то нашим слушателям, просто пожелание, как пастора, слушателям Светлого Радио. Вот что у вас на сердце, то и пожелайте. В последние месяцы мое сердце действительно обременено судьбой земли, народа, среди которого я живу. И это бремя, оно касается нашего молитвенного видения «Защита Украины». Этой проблеме нашего народа, которую мы с вами все испытываем, тяжесть которой мы несем на себе, я думаю, обременено и мое сердце. И мое желание, чтобы народ Украины, как никогда раньше, народ Украины, я понимаю, это и христиане, и неверующие, могли более почтительно относиться к Богу, во власти которого находится все. Мы должны понимать, что слово Бога самое авторитетное. «Возносясь на небеса, Иисус сказал, дана мне вся власть на небесах и на земле». Мы должны понимать Бога как Бога, которому принадлежит вся власть. Поэтому пусть христиане Украины, пусть все жители Украины с почтением относятся к Богу. И открою свои сердца, особенно в это время нужды Украины, для Него. Пусть смирятся перед Ним, потому что в смирении есть залог успеха. Пастор Владимир, а я хочу вернуться к видению вашей церкви. Третье. Глобальное видение страны 1040. Что это за страны? Это страны окна 1040. Это 65 стран мира самого густонаселенного региона. Это самый густонаселенный регион нашей планеты. Это страны с мусульманской религией, буддийской религией. Вот. Это страны, простирающиеся от Западной Африки до Восточной Азии. Хорошо, спасибо. Это вопрос был от наших слушателей в скайпе. Андрей, вот ответ уже был. Ну и последнее, что я вас попрошу, это молитва за наших партнеров. Вот сегодня мы вещаем, слава Богу, и это благодарность нашим дорогим слушателям, которые вот несмотря на кризис, там получают пенсию, вот сколько свидетельств слышу, 1300, но у кого-то и того меньше пенсия, за коммунальные иногда не хватает, они все равно 50 гривен дают или 100 гривен. Вот, поэтому прошу вас помолиться за этих людей. Хорошо, я с радостью принимаю ваше предложение. И мы помолимся, и хочу сказать всем слушателям и партнерам, вы молодцы. Закон сеяния и жатвы работает. Сеяние и жатва не прекратятся. Поэтому вы сеете в правильную почву,
И пусть Господь поможет вам быть верным в этом служении, потому что здесь совершается огромная работа во славу Божию. Отец наш дорогой, мы благодарны Тебе за сегодняшнюю встречу здесь. Мы хвалим Тебя за то, что Ты помогаешь нам говорить о Тебе, и мы можем одновременно общаться с радиослушателями. Я благодарен Тебе за всех радиослушателей «Светлое радио». Я благодарен Тебе за партнеров этой программы и молюсь о том, чтобы Ты всех их благословил. Пусть все слушатели всегда получают для себя нужные ответы на те проблемы, которые беспокоят их сердце. И пусть все партнеры, которые в силу своих возможностей помогают этой программе, продолжают это служение на стабильном уровне. Господь, я молюсь о том, чтобы Ты благословил всех. Каждый из нас, каждый из них ценен для Тебя. Поэтому используй каждого из них в тех обстоятельствах, где они находятся, для славы Твоего имени, и пусть вера не оскудевает. Пусть жизненные цели будут высокими. Пусть служение продолжается, и пусть имя Твое прославляется. Я благодарен Тебе за сегодняшнюю встречу, знакомство и диалог с ведущей программы Ириной. Благослови ее работу, ее сердце, ее ум, ее способности, ее творчество. Пусть имя Твое прославляется, и славой Твоей будет всегда наполнена эта студия. Мы молимся во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Аминь. Благодарю вас. Ну что, остается вот по-хорошему распрощаться. Я хочу вам пожелать благодать на благодать. Что у вас там запланировано, пускай все пройдет под рукой Божией. На славу Бога. Спасибо вам действительно за эту встречу. Было приятно с вами общаться. Спасибо за ваших детей. Всего вам хорошего и сил. Все, с Богом. Спасибо, Ирина, за приглашение и за время, проведенное с вами. Благословений вам. Всего хорошего.